Всем привет! Как-то на своем канале я размещала рецепт булочек по рецепту Пакмая. В конце 90-х при покупке дрожжей Пакмая раздавали книжки с рецептами. Так вот, еще один рецепт по рецепту этой книжки. Булочки называются «Сладости влюбленных». Для начала в полстакане теплого молока разведем 2 десертные ложки сухих дрожжей. Сюда же добавим 1 десертную ложку сахарного песка. И подождем, пока они поднимутся. В удобную миску просеиваем 4 стакана муки. Делаем небольшое углубление в муке и выливаем туда дрожжи. Оставшееся молоко, 2 яйца и чайную ложку соли. Замешиваем мягкое тесто. Вмешивая тесто, добавьте 1 или 2 столовые ложки растительного масла. Если вы чувствуете, что тесто получается твердым, добавьте немного молока. И продолжайте замешивать, пока не получится тесто мягкости мочки уха. Убираем тесто на 40-45 минут, пока поднимется. 250 грамм орехов немного измельчим. Пока тесто поднимается, пару раз разомните его, обмакав руки в масле. Сделаем сироп. 1 стакан сахара разведем в 1 стакане воды. Ставим на огонь и кипятим. Когда сироп немного загустеет, выдавим сок лимона. Когда сироп немного загустеет, снимаем с огня. Наше тесто подошло. Делим его на 2 части и раскатываем на тонкие лепешки. Пласт смазываем растительным маслом и высыпаем орехи. Сворачиваем рулет и делим его на небольшие кусочки. Выкладываем на противень. Раскатываем следующий пласт и повторяем процесс. Добираем противень. И убираем в духовку на расстойку. Духовку не греем, горит только лампочка.
Когда булочки поднимутся, смазываем их яйцом и разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем 20-25 минут до полной готовности. Готовые булочки выкладываем в чашку и заливаем сиропом. Ну вот, булочки готовы. Они получились легкие и воздушные, красивые и сладкие. Приятного аппетита! Будьте здоровы!